Такое голубое небо сегодня. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Кажется, на нас что-то надвигается. Вышла на улицу, жду воду. Уже дождаться не могу. С 10 утра жду. На улице почти час дня. Где вода? Куда потерялась? Уже позвонила, сказали, везут. Через какие огороды они везут, не пойму. Посмотрите, что-то надвигается. Оттуда, откуда-то непонятно. С Александровского тракта или с города Братска. Ну, откуда-то оттуда. По ангарскому направлению. Такое небо. В тучках все. Зато красиво, да? Красиво. Ну, здравствуй, пес. Что ты такой болотистый, грязный? Иди отсюда. Кыш отсюда. Гоняю их, потому что лезут. Скоро на голову залезут. Соседи покосили. Я-то руками все это делаю, потому что у меня коса сломалась. Дала покосить соседу. А он сломал. Уже третий год не могу сделать. Я руками все делаю. Пока я косу сделаю, уже руками все сделаю. Но он не поставил столб. Абсолютно ничего не хочет делать. Ну и что мы там сидим, блохи чешем? Брысь отсюда! Ёлки-палки, лес густой. Ходит Ванька, холостой. Где он ходит, этот Ванька? Не пойму. Ванька к Аньке не идет. Анька ходит без Ваньки. О, Господи. Что я говорю? У меня сегодня такое настроение было. Упадническое. Просто отвратительное было настроение с утра. Хотя я проснулась нормально. Но мне почему-то настроения не было сегодня. В сад пошла. Всю иргу собрала. Спелую. Недоспелую оставила. Вчера мне вечером испортили настроение. Просто. Есть такие люди, которые умеют портить настроение. Я была не какашная просто вчера. Еще наворчала на дочку, она приехала с работы, короче. Вообще. Но я спала как убитая. Я летом сплю как убитая. Я устаю сильно на огороде, в саду. Вообще, мне сегодня еще надо закрывать огурцы, потому что уже собралось много их. Я их замочила. Потом достану с гаража парочку литровых банок и сварю маринад. Вот. Огурцы у меня получаются очень вкусные. Мы кушаем только маринованные огурцы, соленые мы не любим. И рецепт у меня такой достаточно простой, но оригинальный. Я закрываю с лавровым листом и с вишневыми листиками. Очень вкусно. Вот это вишенка, когда она вырастет, не знаю. Я посадила новую, вот посередине бутылка. Так, там сирень, вот посередине посадила. Вот. Жду откачку, тоже что-то где-то потерялись. Откачать надо яму. Если сегодня они приедут, сказали, приедут завтра утром. Вот такой клен. Такие облака. Очень красиво. Мне нравится этот цвет голубой. Голубой, голубой. У меня такое платье. Мамочка мне дала платье свое. Отдала. Я, говорит, выброшу его. Я говорю, тебе выброшу. А дай, говорю, я его перешью себе. Моя идет к нам. Краса. Смотрите, как шелестят деревья. Зато так прохладно. Я стою. А я иду такая вся. В Дольче Габбана. Не в Дольче Габбана. Я иду в шортах, маечки, маечки в шортах. И колено у меня перевязано. Я хожу в перевязанном колене. В тапках. После дождя лужи такие. Ну, дорога подсохла. Но в деревне без луж никуда. Ну, у нас хоть от Грегина вот так. Но в дождь ноги, конечно, едут. Можно грымнуться. Полюбуйтесь облаками.
Надо будет сушку сейчас унести. У меня на сушке белье сушится. Дочкины вещи постирала. Хоть каждый день стирай ей. Приходит как поросенок. Она весь день работает. Весь день работает. Я говорю, ты водителем трамвая работаешь? Она говорит, нет, мама, я преподаватель французского. Я говорю, да ладно. О, успели они крышу сделать. Второй этаж делают. Ну, там цыгане живут. Вот этот дом, домик Барби, был покрашен розовой краской. Теперь его покрасили серым. И вот делают второй этаж. Там цыгане, скорее всего, купили. Потому что такие... И я бы не сказала, что армяне, грузины там, да, но такие вот, какие-то цыганской внешности. Ну, посмотрим, что сделают. Тот дом почему-то не делают. Там надо-то вставить окна и вставить двери. Крыльцо тоже не делают. Выстаивается, что ли. Вот такое небо. Вот такое, вот такое. Вот что-то к нам надвигается. Что-то. Сосед там плюется. Смотрите, какой лопух. Видите, какой лопух. Цветет. Иван-чай перецвел уже. Я в этом году не стала его заготавливать. Хотя вон там цветет. Можно поехать. Но там машины ездят. Нет, в этом году я не буду его заготавливать. На следующий год. У меня еще есть прошлогодний. Я еще прошлогодний не выпила. Там цветочки, лепесточки. И вот мы когда-то играли такими. Рвали их. И друг на друга ставили палочки. Там цепляли. Были человечки. В детстве играли. Платьица делали с них. Такие вот. Мальчишки кидали волосы, ну и девчонки тоже. Вот такая красота. Лопух. Вон их сколько много. А кто-то выкапывает корни. Ну, это бабушки, скорее всего, какой-нибудь деревни. Его попробуй выкопай, он огромный. Корни выкапывают, моют голову от перхоти. Как ни странно, я не чихаю. Полынь цветет, смотрите. Видите? Цветет полынь. Вот дома бы я чесалась. Я вот рядом стою возле нее. Нюхаю ее. Она вкусно пахнет. Ее, кстати, тоже можно нарвать вот так, насушить. И она очень полезная. От чего-то, не знаю, мама мне говорила, от чего-то она полезна. Я сейчас нарву, повешу в гараже. Пусть она подсохнет. Вот полынь. Кстати, от муравьев их можно раскладывать тоже по углам где-нибудь. Вот так красиво цветет полынь. Вон там крапивы полно. Черемуха вот эта разрослась, конечно. Бабочки летают. Сейчас убила огромную бабочку черную. От нее огромные черные мохнатые гусеницы. Я ее убила на крыльце. Но все-таки вот этот пейзаж красивый. Красота. Где моя вода? Почему они ее так долго везут? Я уже устала ждать. Здесь ярко-голубой цвет. А там такой серо-голубой. А там вообще белый. А тут вообще серо. Короче, гроза ушла на город. Всем такого красивого голубого неба, а то можно снимать бесконечно. И таких белых пушистых облаков. Сегодня день, кстати, 24 июля 2024 года. Зеркальная дата. Среда. Середа. Середа. Всем до новых встреч. Пока-пока. Вот такая веточка полыни. Хо-хо-хо.